Искандер Садыкович Даутов родился 2 сентября 1923 года на станции Силькуль Омской области в семье железнодорожного рабочего. В 1927 году отца перевели работать в Петропавловск. Искандер окончил 7 классов, школу при мясокомбинате, работал мастером в колбасном цехе. В 1942 году освоил 2 курса ветеринарного отделения Петропавловского сельскохозяйственного техникума. Служил в отряде военизированной охраны. В действующую армию попал в мае 43-го. Он был пулеметчиком на Центральном фронте. 26 сентября 43-го года красноармеец Даутов в числе первых переправился через реку Днепр в районе белорусской деревни Нивки. Ворвался в траншею противника и в рукопашном бою уничтожил несколько гитлеровцев. Затем открыл пулеметный огонь по автоматчикам противника, которые на лодках пытались зайти в тыл советского эскадрона и помешать переправе наших солдат. Искандер Даутов уничтожил десятки врагов и повредил несколько лодок. Во время перестрелки его напарник был убит, а сам Даутов, тяжело раненый, продолжал огонь на поражение. В этом бою он погиб. 15 января 1944 года Искандеру Садыковичу Даутову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.